Лаврой и Томой. А они не могли на своей приехать, да? Не, не могли. Они, значит, поехали на кладбище. А? Поехали они на кладбище, поставили всем цветы. Вот. Потом заехали к Лиде, пообедали и поехали назад. А зачем Балакуру тащить, не знаешь? А я откуда знаю? Потому что на его машине... Он бы из задницы сел. Или бензином же дымал. Да, жалко ж бензина. Такого мужчина обеспеченный. Конечно, у него и на кладбище. Ну да. В общем, всем цветы поставили, привезли серебрянку. Серега сказал, что уже на следующий год мы используем эту серебрянку. Ну правильно, что уже сейчас, свинячий голос, правильно? Ну да. Хай оставит себе. Пообидал и как же, хорошо посидели, пообщались, Лидка. А? Серега их анекдотами развлекал. Ну понимаешь, это хорошо, что Лидка... Лидка... в каком плане, что не было вот это, что Лидка... та нивелировалась. А говорит, а я... рецепты помидоров рассказывала, потому что Тамаре понравились. Ну и слава богу, что Лида кажет, все нормально, все хорошо. Пакетик, чтобы я оставила Наташе. А? Пакетик передала, что ты оставляла. А Сережа ходил на кладбище? Наверное, я же Сережа. Я просто... Они сами заехали, к Лиде до этого не заходили? Приехали вроде бы на кладбище, всем поставили цветы бабушкам, прабабушкам, рыжикам, тете Гале, везде. Потом заехали к Лиде, пообедали кроликом. Ну ничего там не накрывало, кроликом. Ничего, да? Нет, не знаю, что на кладбище было. Ну вообще, честно говоря, единственное, что не стоило бы, конечно, Колю туда тащить. Это однозначно. Коля, он же такой мужчина, легкий на подъем. Ну он, да, я понимаю, как он тогда, ты сказал, передай мне, он, да я тебе и сам привезу, ты, да я не в этом плане, ну ты понимаешь, Коля с его уже в жизни, все. А я что? Ну, что я это придумал, что ты меня вычитываешь? Лучше помалкивай, меня не вычитывай, это не я вычитываю. Не, ну хорошо, что Лида и не комплексует.